Да. Лол, так, я пока... Всем привет! Пост. Блять, я вы... Сука. Добрый вечер! Блин. Ты давай, как ты хотела. Мы здесь собрались на игре Quad Cups. Это Freaky Cup под номером 2. Это финал, последняя игра на этом капе. Играет команда Nameless и Non-Stop. Маркиза, не желаете ли огласить состав? Договорила, как ты хотела. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мне уже пишут, что матом ругаемся, но хотя мы вроде ничего не сказали такого. Я сказал очень там много. Грис выдал. Молодец, Грис, сливай. В общем, команды? Ну, значит, за команду Nameless играет Нелли, Flyaway, Сарумян и Setfire. За команду Non-Stop. Играет. Ой, сигнал посагули. Йота, Джози и Векс, которые очень любят свою тиму. Вот. Появился у нас танк. За танка играет Сарумян, который отличается своими руками. Пытается нащупать путь внутрь. Так, да, всем привет. Извиняюсь за свои эмоции. Так, да, тем временем составы уже оглашены. Появляется, как сказали, танк, танк, кэрри. Да что ты повторяешь? Сиди молчи. Танк заходит. Сразу на черного напал, пацаны. Заходит танк, да, зажимает Джози, но промазывает удар. Тем временем суппорт влетает, чарджер бьет. Не успевает танк. Промазывает по Элису. Тренер успевает выпить таблетки. В итоге два инкапа, ну, два с половиной почти. Разыгран танк, в принципе. Один инкап был. Не... Но бонусов-то уже двух нету полностью, и с одного половину сняли. В принципе, можно считать это неплохо для такого... Комнатного танка, комнатного танка, да, ты просто читаешь мои мысли. Для тех, кто не знает, у нас Quad Cup здесь. Да, это финал, как бы играют две, скажем так, команды, которые прошли долгий путь до финала. Скажем так, одна команда считается топ Рус, другая топ ЕУ, поэтому ждем, скажем так, сражения интересного, захватывающего. Будет играться две карты, и вот и на кастомках, вот это первая игра. Карта у нас Кэрридов, если кто-то не узнал. Один из зрителей спрашивает, что такое инкап. Инкап это... Я думаю, что не знали, не будет таких вопросов, ну да ладно, инкап это, короче, когда выживший выходит из строя, это называется инкап. Тем временем это по-английски. От Джози. Когда все нападают. Да, что-то мы совершенно не комментировали игру после танка. Все мы увлеклись оглашением. В общем... Выпускные играющих команд. Такие... Они такие бегут, а волосы такие назад. Еще одна сигнализация. Как много сигнализаций. Да, очень много сигналок. Бегают по автобусам, по машинам. Скоро уже убежище. Да, осталось буквально... на две атаки. Да, ну, атаки так. Две, может даже три проведут. Грыз, ты будешь ответственен за чат. Почему? Нет, я уже вылетел. Давай я буду смотреть. Да. Давай. Появляется чарджер, тем временем смотрим. Берут чарджера на миле. Может там общаться заодно, если там кто-то будет писать. Кит Хантера. Пока что да, ничего особенного. Окей, он уходит, чтобы он... Таблеток ни у кого не осталось. Возродиться. Таблеток не осталось. Да. Нет пилсов, и Джози хромает. Ой, не Джози. Но, Йота. Йота хромает, да. И, соответственно, команда Nameless успеет сделать больше атак. Ну ты же убежишь сейчас будет. Ну атаки две, наверное, я просто думаю, пытается скурить смокер, но моментально. Один не только забывает. Смокер за Аташа. Хоть один только Жеки из Хантера. Хантер немножко поел
Гром пробивает, но быстро. Неплохо, да, пробивает. Кто у нас ливнул из спика? Ну все свои тут. Ну, у меня какие-то проблемы с микрофоном, да, он не может, не получается мне пока говорить. А запустили ВКонтакте после? Да. И выкуривают последнюю. Просто дробью отрубить язык не получилось. Ну не вышло. Странно. Даже Шадик не может рубить язык и не рубящим оружием. Да ладно, Шадик может все. Но пистолетом не смог он язык обрубить. Тем временем доходит команда нон-стоп. Бонусом 308 такой вот. Не то чтобы большой, но неплохой. Да ладно, большой что-то. Ну, Туглайф такой хороший бонус донес. А, вот Хаглайфа. Много бонус. В принципе, после танка практически без потерь они шли. Весь дамаг приходился на безбонусных. Ну, посмотрим, как сейчас играет команда Nemesis. И отменяют нон-стоп Радиап, лол. Желают удачи и веселья. Пивники. Так уж. В чатике у нас, значит, матюкаются европейцы. Вот. По-английски? Ну, вот так есть, предположить. А, сука. И так далее. Миро. Передают привет Нелли. И говорят, что очень любит. Димаева какие-то дружки. И вот уже опять начинают разборки в чатике, хотя, казалось бы, даже первая карта еще не прошла. Ну что да, там гадина пишет? Знали, атмосфера матча напряжённая. Чтобы не вдаваться в подробности, скажу так, да, что это финал. Как бы обе команды хотят занять почетное первое место, обе команды старались. Вот обе команды сильные, и, соответственно, да, обстановка находилась. Ну и ладно, не вдаваясь в подробности, скажем так, сложные отношения между этими двумя командами. Так что ничего удивительного. И не будем вдаваться в подробности, чья команда тянула до последнего тоже как бы. И которая сейчас жалуется. Поэтому да. Ну вот, наконец-то Радиап. Аллилуйя. Слава Аллаху. Да, сейчас посмотрим, как мы с этим богом. И здесь Закора Грамиров показывает чудеса скилла. Отлично слита. Первая атака практически без дамага. Буквально жалкие 6 поинтов. Сейчас должен появиться танк, танком станет, я скажу кто. Танком становится Векс? Векс, да. Руки он нам тут вряд ли продемонстрирует, такие же как на американском сервере, все-таки пинг здесь у него не такой высокий, как у других представителей команды. Он стоп. Не часто, кстати, я вижу танка здесь, на этой, в этом месте, на данной карте. Обычно он более поздний, да. Чуть позже, то есть сколько вот играли, этапов и так далее на этой карте. Только вот первый раз я вижу такой резкий танк. Может, это из-за того, что сервер другой? Так, танк заходит? Можно? Танк заходит, да. Начинает в другой комнате файр, какой-то они с тобой встречают. Тем временем, да, есть работает кит. Суппорт. Суппорт ведь Саппорт. Уже слит, есть один анкап. Да, очень хорошо отыграл. Ой, в смысле, хорошо вас стрелили. И танк умирает в один анкап. Сняв еще бонус с флая где-то вот 2/3. Хуже. Да, хуже, чем Неймлесс разыграли для команды. Нон-стоп танка. Ну, Нелли с полным ХП. Будем надеяться, Нелли, что он да, проведет. 100 ХП. Со 101 на машинку, да, самое время писать об этом в чат, сливая мораль соперника. Буквально вот в сантиметре от машинки мокеры стреливают, не давая сигнальной машине согреться. Будут пытаться делать минус, и есть скур, моментально состреливает язык. И нет, 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 нет. И чарджер просто
потрясающую игру нам демонстрирует Джабл Чарджер. К сожалению, попросил. Однако же здравствуйте. Fire, да, пока все внимание сосредоточили на Гамиле, там забыли про Setfire. В принципе, как я сказал, Setfire не имеет бонусы сейчас на себе, поэтому ничего страшного. Кроме таблеток, они ничем не поплатились, хотя могли поплатиться одним из игроков. Там была довольно опасная ситуация, Чарджер подвел свою команду, скажем так, очень сильно. Есть два ханта, моментальный сострел и Чарджер. Да, довольно быстрый сострел демонстрирует команда Nameless. Нелли немножко сняли хп. Больно, да, по крупице хп стекают. Но у Нелли уже не 100 хп. Все равно. Что там, есть что в чате? В чате общаются про дотку. А, окей. Вот, и кто-то спросил, что за ноунейм играют там. Вот. Лол. 100% какой-то бодрый паблик. Какой-то тролль может быть сильный. Немножко, да, имеющий избыточный вес. Немножко. В своем троллинге, да. Зрителей мы их не обижаем. Есть атака. О, скид хороший. Хорош. На 9 очков походит, допрыгивает. При этом происходит разбор троих, но, скажем так, опять же, без бонусов. This fucking shit is working now? Oh, we can hear you. Oh, Mir. Hello, what's up? Oh my god. Да, вот. I thought my mic is broken. Wow. Наш европейский коллега. Будет стримить с нами. Да. Миро. Можно пообсуждать его. В общем, он свои проблемы с микрофоном, да. Да-да. Очень милые. So, Miro, say hello to our viewers. Привет. Maybe some shoutouts, yeah. Mad Russian skills. О, Юрий, Юр Russian is so good. Спасибо. Есть на кур. В итоге сет хромает. Так, а как у них там с бонусом? А бонус, он чуть побольше, чем у команды нон-стоп был. В общем-то, своих-то бонусных они не получается охранять. А, и это неплохо, да. Эй, я перезаряжаюсь. Последняя атака вот сейчас будет. Да, все, Setfire идет последним, правильно все. И скитят. Так, а тут у нас никого нету лишнего случайно на сервере? Нет. А, потому что... А, как нет? Смотри. Где? 5 кастеров. 6 кастеров. 6. Ну вот, это 5? Шайн лишний. Кто? Ну, админ ДС, я не знаю, что там с ним решать. Шайн? Да, он админ ДС. Ну, я явно не сливаю этот фон никому. А, Мира, you're not on the server. Oh. А, типа места нету? Да, yeah, сейчас. Тем временем, вот, команда Nameless. Пусть просто еще один небольшим слот отрывом. Да, пусть Live for Life даст еще один слот. Мне кажется, это не будет проблемой. I don't know how to cast on few different languages. At the same time. Oh. Ну и вот шпионом буквально прокрался Йота команду Nameless. Обменялись игроками. Послушать тактику. Ну или не тактику там. Что-то узнать про своего и себя, свою родню. Тем временем, да, команда Nameless. Начинается. Окей, Miro, you can join. Let's do this, man. Oh, my English is so good. As clear as my Russian. My name is... are you joining, Miro?
Because the server... Because the admin told that he gave this one. You sure it's right map, you said? 16 of 16, I think somebody is... Is the map carried off? Because I have it. Carried off? It says engine error. It's carried off? Рип, ханту постреляли немного. Вот. Тем временем три хантера у нас, и четвертого я, к сожалению, не вижу. Сейчас. Кстати, у нас уже 40 зрителей. Три хантера и чарджер у нас тем временем. И это, да, это вторая карта, это достаточно неплохо. В такое время позднее. 46 уже даже. Два оси, две троби у нас идут. Танк у нас будет чуть раньше, чем в середине карты. Это, наверное, мне кажется, это до ивента все-таки. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это до ивента. Вот. И с атакой команда нон-стоп пока решила повременить. А играться будут все четыре карты? Играют, да, все, да, карты играются, да, на кассах играются все карты. На карте это 4 компании, вернее, 4 карты. На сайт улицы это, соответственно, 5 карт. Временем мы что-то, ну, совсем затянули с атакой нон-стопа. Я решил не оттащить. Ну, это правильно, да, с одной стороны. Да, хотят увеличить, как бы, свой шанс на этой атаке. Но, тем не менее, вот одну атаку они уже пропустили. Да я считаю, можно не оттащить вообще, да. Мне нравится тактика нон-стоп. Я думаю, она также нравится команде Nameless. Mirror, the server says... disconnected because of no steam lag on. To me it said like I don't have the map or something, I don't know. So you didn't even load it? I have even played cups on this map and I never changed anything. Now I can't join. Может быть он не ту карту скачал, точнее... Maybe this is not the last version of the map. И Агрид Ведьму тем временем успевает слить вичку, да, отлично. Да, и причем я хочу обратить внимание с на дамаг. С пацанским дамагом, да. Да, дамаг очень такой хороший, символический. Такой лид-дамаг. Элитный киберспортивный дамаг, вот я скажу так. Вот оружие! Вау. Так что, не могут понять, куда идти? Да нет, я надеюсь, они знают, куда идти. Ну, Элис в одну сторону приближается, а мы такую. Так, курильщик снят тем временем. Снит, да, отстреливает курильщик. Потрясающе принята атака. Небольшие потери в нашем кассовском составе. Да, мне надо отойти. Срочно. Жена рожает, чтоб через карту был. Не, да ладно, я думаю, если бы жена рожала, надо было все равно воскринуть. Че, она сама не родит, что ли? Потому что, да, что такое real life, когда есть как бы... Когда играется финал. Когда играют, да, сильные просто мира сего. На кону деньги, вы представляете, деньги. В капер лохудет, тем временем убивают ханта, да, чарджер не протискивается. Такой же жир, наверное, как тролль на Твиче. И, я так понял, Мира покинул нас? Нет. Нет, это снова Мира. By the way, Mira, are you sure that you turned that add-on off? Add-on disabler or the map version is correct? Тем временем появляется танк. Танком становится у нас Tag Life. Да, танк до ивента. Здесь, в принципе, неплохое место, чтобы его принимать. И я как Лайф играл ли эту карту, туда ли он бежит? Потому что когда я играл на кастомках, меня все время провожали. Да. Да, все правильно, как Лайф делает. А Миро говорит, что у него 2.5 версия кейдов. Это та или нет? По-моему, да, мне кажется, это последняя версия.
А можно это узнать? Ну я просто боюсь, я вылечу, ну хорошо. Сейчас я посмотрю. Тем временем это уже середина второго контроля Фуглайфа, он заходит под саппорт, саппорт, да, его взрывают, да. Балома, но не упал. Огненная ловушка пропановая, да. Да, 2.5 версия. Большие танк, проблемы здесь. Флая сзади. Да, есть один НКП, у танка еще половина. Очень трудно отстрелить, да. Сейчас, да, пока суппорт слит, надо очень сильно стрелять по танку. Много-много хп у танка. Чуть меньше третья. Меньше четверти. Будет закрутка камней и попадает. И действительно, закрутка успешна. Пытаются поднять его тиммейта, но не успевают. Танк слит, однако сейчас будет полный суппорт из троих человек. И нужно... Успел поднять. Чарджер слит, отлично. Оправляются после отлично танка. Прикрывает своих тиммейтов. Да. Молодец, Сетфайр. Лучше. Вспомнил, я почему-то сейчас конечно с кимовик MTV, где вдвоем вытащили. Какой мовик? Буквально. MTW. ПКС. ПКС. Клёвый мовик был. Таблетки находят Гошира. Находят дабл-сы. Впереди еще. Ну, кстати, все с танком могло быть и хуже, хотя да, впереди ивент, в принципе. Не так все хорошо, но и не так все плохо. Что-то средненькое такое. Да, хп есть пока что, чтобы идти. Хоть временно. И тем временем у нас успевают сострелить. Или... Нет, Роспись. Да. Казалось бы, мне показалось, что Ханта убили, однако. Его отпихватили. Не получилось справиться с этой атакой. Но команда Nameless есть шансы, причем неплохие, на танке сделать какое. Так что, в принципе, эта роспись может не быть, не сыграть большой роли. Хотя, по очкам же складывается, да, Фитц? Да, складывается по сумме очков за две карты. То есть это финал, играется две игры, обе на фастенках. Первая Кайдов, которая вот сейчас играется, и вторая будет сыграть билет 2. Почему такую убогую кастомку выбрали Кайдов тоже? А почему чем это не нравится? Сейчас будет защищать кастом к своей карте. Да, потому что это вообще наш выбор. Каждый играл по одной карте. Хорошая карта. Какой-нибудь Hit Mountains можно было бы, я не знаю. Ну так эту компанию редко кто играет. Да все, я переменил свое мнение, хорошее. Хорошая компания, нормально. Так, сейчас я авкнусь ненадолго. Ребята, ну идите, шевелитесь, чувствуйте. Ну, парни любят потерпеть. Ты не понимаешь, финал. Двое до сих пор в убежище стоят. Да, респект в школе. Да они уже закончили школу. Сколько там они... Да какое закончили, ты чё? Кто-то, может, ещё и не ходил. Перезаряжаюсь. Тем временем, я так понял, тоже команда современится так. Ты не проверил версию карты? 2.5, я рассказался. А, сори, не слышал. Ладно, все, поехал я на ведьму сразу. А ведьмы нет еще. Смотри, не переедь. Ну я аккуратно. А то умрет она. Минус 500 найдется, давай. Команда Nameless тоже принимает решение проводить атаку на ведьму. Не знаю, но я бы, наверное, сатачил первую атаку, но, наверное, поэтому я вылетел на первом этапе, а не играю в последний. Грис самокритичен. Ладно, все, хватит от первого лица ведьмы стране. Буквально закидывают ее тележками, хотят заблочить ее. Мира испытывает какие-то проблемы с командой. Ну да, версия карты, но та же самая, соответственно. It was off from the adults. What?
Yeah. It was off? Yeah. Oh my god. И тем временем инкап Векса. Не сливает ведьму. Да, не получается. 19 хп остается у ведьмы. Не лит, пацан. So you're here now, yeah? MRA. Okay. No. Именем собирается появиться танк. Буквально одна атака осталась до него. Почему это вот не пишется, кто будет танком? Да, вот мне тоже это. Наверное, ну что-то кастомка. Это зараженным пишется. Это, наверное, сюрприз. Два скита буквально одновременно дает. Не, ну я уверен, танком будет не Кэрри. Что-то мне подсказывает, прям чуйка у меня сработала. Ого. Ну, нон-стоп доходит только в худшем положении до этого места. Ну, сейчас танк, конечно, будет играть большое значение. Да, очень важный танк. Да. Хотя, если по сумме очков, то... Еще впереди Иген. Есть чарджер. Не попадает чарджер, да. Однако Векса неплохо едят, хотя он и без бонуса. Да, проходит дамаг. Я думаю, пилси он сейчас выпьет. Так, у нас Spitfire. Пет становится танком, да. Давайте посмотрим от водителя бронетехники, наверное, да? Водителя. Я надеюсь, права он не купил. Oh, you're joined now. Finally. It's almost over, but no problem. Master Caster. Master Caster. Oh, good at casting. Да-да. Право хоть атаку тем временем. А он там на 300 не реагирует. Без особого успеха. А нет, это только балкон. Мне там так смешно идет, я вижу его руки почему-то. Куда они там убегают? Господи. They are going back. Они, походу, смотрите, на контроль уходят. Заканчивается контроль от фаера. Но успел посмотреть на выживших. Да. Надо автобус толкать. Да, они ставят танк в очень неудобное положение, он вынужден. Буквально заходить. 10% контроля остается у танка, вынужден он заходить на улицу, принимать им гораздо проще его. И танк попадает камнем. Попадает камнем, да, однако. Лит в один камень. Да. Но ребята выбрали позицию получше, потому что здесь танку, в принципе, тяжело зажать было. И опять колкости в чате у нас эта игра. Тут горячий. Жаркий. Ну им уже минус 1000 как бы. Любимая шутка автомат. Подразнение сейчас будет, я думаю. Уже ставший, да, стандартный такой. Что за шутка? За последнее время. Так как что за шутка? Я не знаю. Атака. Пошутите на стрим там уже. Мы всегда, каждый стрим буквально. Да, я боюсь, она приелась уже, по-моему, и в прошлый раз шутили, когда с тобой стримили. Я не помню. Ну ладно. Впереди еще ивент. Так что. Ивент нужно пережить им, чтобы вырваться вперед. Ну с такими хп у них все шансы есть. Ну. Да. Дело не в хп, тут на квадкапе. Знаешь, тут каждая лента, атака он, может. Он почти полкап идет на самом деле, да. Застрять мобах, тут квадкап. Да, мобы могут сыграть фатальное значение. То есть атака тем временем, однако и скид чарджер пробивает, но сливают его. Вынужден хаглайф выпить таблетки. И ивент сейчас пускают. Сейчас мы узнаем. Мана.
готова атака, что-то мобов мало на самом деле пока что. Толком-то и нету их. Готова атака, есть роспись двоих, однако... Почти. Да, это было довольно близко. Минус весь бонус Хуга, что был постоянно. Да, хороший подкур, пока команда разбиралась в состоянии зараженными. Однако, ну стоп, вырываются вперед уже. Минус это очень хороший бонус, поэтому его нужно либо сбивать, либо расписывать для команды, чтобы... Буквально две атаки осталось. Все, ивент выключен. Не успели вторую атаку Неймлесс сделать на ивенте. Хотя сейчас мобов тоже... Да, мобы заканчиваются не сразу, они пока еще идут. И, но нет. Скид и... Сливают атаку без каких-либо проблем. Он стоп. Суну на люсу таблетки, Ник. Следующий минут атаку сделать. О, эти злосчастные балкончики, которые мы еще увидим на третьей карте. И тем временем финальная атака готовится, я думаю. Меджер не попадает, скитят Анта. И действительно большой бонус у команды нон-стоп. Это пугает. Такой неприятно большой бонус для команды Nameless. Учитывая особенно, что по сумме... Еще, да, большая дистанция у этой карты, она всего вторая, но у нее дистанция 700. Ну, дистанция 700, по-моему, вполне себе оправдана. Очень длинная карта, ну, да, довольно да, сложная. Вот это я соглашусь. Да, просто. Немного нестандартная дистанция для второй карты. Что-то атаки по одному пошли. Слишком. Будем считать, что пока не... Что? Это главное, не терять морали. Показывают нам, что Йота 5 хантов истребил в полете. На русском сервере, простите. Да, ясно здесь. И кто еще пьет? Да, и кто еще тут пьяный? Что такое? Я назвал русский сервер русней, что вы это говорите, как будто это что-то плохое. Слава Украине. Ну ладно, ладно, ладно. Не спекать с капсом, Катя. Я понимаю, что ты хочешь показать властность, так. Давление, но... Я спекаюсь, смотрите. Смотрите весь мир в общий чатик. Люблю, умею, практикую. Танк будет поздний, у нас эта карта тоже с ивентом. С двумя ивентами. С двойным таким ивентом, с обязательным вызовом машины еще, то есть я бы сказал, с тремя ивентами. На самом-то деле. Временем атака сзади есть и... О, парад им... Да, буквально, хотя... Вот фикса есть, скид. Перезаряжаю! Ну, знаешь, скид векса на русском сервере меня не удивляет. Как бы... Если бы он не скитил, это было бы странно. У нас здесь финал все-таки. Я надеюсь, что игроки умеют, ну, скитать, да, прямых хантов. Ну не прямых, но. Короче, скитать. А им есть. С закрыточкой. Да. М2 плюс М1 хантов. Временем атак сейчас будет запускаться ивент, то есть можно сделать здесь минус. У нас, правда, такого, по-моему, ни разу это не вышел, этот минус несчастный. И есть стан от Хантера, есть Жокей, и... Ай, есть стан! Минус Ой-ой-ой-ой! Красиво как!
потрясающе работает команда Nameless, минус Векс, самый низкопинговый игрок в команде. Печальная история с водой повторяется. Назад отступают. Печальная история с чем? С водой. Водой. Да, любит Векс купаться на КВ. Ну слушай, сейчас он потерял лишь 100 хп, а не 6000. Тем временем есть атака и... Почти роспись, но успевают, по-моему, в накуре убить смокера. Или отбить, не знаю. Но Жакея потрясающе водит. Минус половина бонуса с Йота. Да, и... Да и вообще это уже, скажем так, вайп, потому что... Ну, такой оттянутый вайб, мне кажется, потому что три ивента и танк, ну... Три ивента? Ну, тут как бы один ивент, состоящий из двух частей. Еще, да, сначала пускается один мост, потом пробегается, потом пускается другой мост, он пробегается, и потом еще будет машина-сигналка обязательная, которую нужно будет запускать. И есть скит Хантера, Чарджер пробивает, и есть опять-таки роспись двоих, небольшая. Ну, дамаг идет. Ребята держатся как могут. Да, но дамаг работает ребятам. You know, Mira, you can comment on English, we can join you if... Yeah, by the way, as you are our guest caster, you are playing with Non-Sportcaster. Master Caster, yeah, you Master Caster. And I think everybody knows that you were playing with Nonstop for several time, for some time, and yeah. Not in this cup, but in generally. Maybe you have some comments about the team, maybe you'll tell us some interesting story about some cup games or something like that. Oh yeah, they choose to play with Vex this cup. Well, because it's a Russian cup and he would have very low ping. And it's been like a bit confused about the current lineup. They've been trying out lots of different players. Mm-hmm. They've been playing with me, Balkon, Vex, lots of different players. But they choose to play with Vex on this one. И Чарджер пробивает двоих, потрясающе. Минус на ведьме во время истории мира. Да, для наших вайп, друзей, которые не очень знают язык, английский и наверняка и русский. Ладно, ну в общем. Решили нон-стоп сыграть с Вексом, так как его пинг небольшой, как поправки и на русском сервере, естественно. Да, сервер, ну как бы чемпионат, да, он Russian Base, так сказать, русский, да, турнир, и, соответственно, преимущественно, конечно, игры проходят на русских серверах, вот, соответственно, да. Иметь человека с лоу пингом было бы неплохо. Which has translated your story at Russian. И, соответственно, команда Nameless убивает команду Non-Stop на ведьме, и у них есть сейчас все шансы отыграться, да. Вот палка висит в воздухе, мы видим очень заработанную карту, вот. Где? Вот балка на двери висит в воздухе, еще многие лестницы не работают здесь, я был очень удивлен. Вот на этой карте, по-моему, особенно это заметно. Да-да-да, кстати. Когда ты такой, сейчас я с крыши сатачусь, залезаешь на крышу, а лестница и не работает. Вот такие вот обидные косяки есть у этой карты. Которые никак не могут пофиксить, к сожалению. Да, версия карты финальная. Просит респектнуться. Сейчас снова капсом респект. Капсом. И все респектнулись. О, быдло. Миро. They want something from Miro. Yeah, you can say hello to your team. Yeah. Shout outs. Собака. Привет, собака.
What does it mean, Койра? Yeah, it's Койра. А, собака? Койра? Собака, yes. А, окей. Don't tell them spawns, please. Yeah, I won't. I won't tell any boomer spawns. Питер. И немножко меняют свою тактику команда Nameless, берут 4 дробовика в этот раз. Да, смотрим. И в принципе, мне кажется, это вполне неплохо для квадкапа, потому что надо, да, скитить, убивать быстро. Ну тут, знаешь, тут еще карта вот эта коридорная, вторая карта, она была более открыта, поэтому там было 2 узика, мне кажется. Уворачивается от языка. Есть скит от флая. Хорошо разбираются с атакой. Да. Практически без дамага. Практически. Временем час поздний, не думаю, что она смотрит много народу. Хотя финал... 42 человека. Выходные в школу завтра не нужно, можно и посмотреть пару игр-то. Финал-то все-таки. Как-никак. Будет... Да, очень важная атака сейчас будет. Посмотрим, повторится ли история с Чарджером и водой. Ну, свои вот эти спреи сатанистские, вот свои эти комплюктерами сидят за своими. Смотри, какую гадость нарисовали, намалевали тут. Граффити рисуют тут свои. У тебя хорошо получается. Рисовать граффити? Не, ну вот изображать бабушку. Заботливую мамку, да. Есть 2 ханта, Чарджер тоже взял респ. Получает выстрел в лицо. Напряженная ситуация возникла. Да, сейчас будет. Каждая команда ждет действий своих оппонентов. От своих оппонентов. Лучше сказать так, да. Но. Пытаются на шифте запустить или нет? Или я тупой. Где ивент запускается? Ну, на этой, на мосту там. Они не знают, где ивент запускается. Смотрят на ютубе сейчас. КС топ 10 трюк. Как запустить ивент? Надо им написать, так как я писала этому. ДОС. Лол. Кого это там досит? Меня тоже пролагало. Лол, вышел-ка я в офлайн на всякий случай. Аналогично. Надеюсь, да, додумаются кастеры наши. А Miro can go offline, because somebody does. Yeah, that's all. Окей. Надеюсь, сервер не упадет. On the server or like only on the carrier? Or maybe players, I don't know, because but also I and Grease had some lags too. I guess players as well. But now it's okay, as far as I can see. But Kerryman is no got disconnect without this hole. With Ох, чем-то мне напоминает это стримы с Болом. Когда вот мы только начинали стримить, мы пытались комментировать и на русском, и на английском одновременно, то есть... Я помню. Да, переводили свои фразы, чтобы как бы, ну, зрители из разных комьюнити, да, могли смотреть один стрим и получать как бы информацию. Потом, по-моему, 2 параллельных стрима решили. Потом, да, потом мы разделили стримы на 2 параллельных, вот, и, скажем так, стало лучше. Там еще на французском просят поговорить. На французском? Да. Я не знаю, у нас, по-моему, нет среди нас франкоговорящих. Вот. Я в английском можем. Флай знает немецкий, поэтому он может в случае чего в немецком в следующий раз там поучаствовать. Он может, да, спекнуться и пойти поговорить с нами. Да, в принципе, кому нужны как бы эти капгеймы и так далее, когда можно нормально посидеть, как бы с друзьями. С пацанами, да. Нормально же сидели. Да, там нормально. Пивасик, а у кого пиво, у кого еще что-то. И технические проблемы. У меня вода из-под крана, я уже говорил, кажется. У меня даже воды нет. У меня тоже, я всех обманул.
На самом деле я пью Blue Label сейчас. Да ничего ты не пьешь. Это сколько капов? Это сколько капов надо выпить, чтобы пить Blue Label? Сколько мококов Костелло надо сделать? Тонкая шутка такая. Не все поймут. Твои поймут. Пришел парень и спросил, или можем мы разговаривать на французском, потому что он француз. Вот, после чего ему никто ничего не сказал, и он написал goodbye. Обнадежили. Я могу кахтавить, как француз, и вот есть лягушек на стриме. Тогда вебка нужна, да. Вебка. Нет, я буду чавкать и говорить, о, вкусный лягушка. И тем временем пауза неприятно затягивается. Я не хотел бы, чтобы долго шла эта игра. Однако финал, вспоминается Фрагпайп. А, да, там очень быстрая игра прошла, помнится, да. Очень быстро. Но там была одна или сколько там было игр? Одна? По-моему, ну с паузами вот была одна, да. Гранд... Или нет? Да, гранд-финал, по-моему. Да? Я не помню, я потом спросил, собственно. Вообще, что за фрагпайп? Не знаю. Играли там какие-то пикси. Не знаю, кто такие пикси. Вот Котяшко я знаю, сильный игрок, скитер. Пикси это вот группа такая была, саундтрек к борцовскому клубу Where is my mind, вот. Точно. Да, тонко. МХК поймет опять. Что-то да, его никто не знает. Какие-то у нас пошли МХКшные шутки, да, для. Let's try. Try what? Никто не знает, что там у него. Wanna be pro, go drudge, как говорили. О, спалились ребята спиннером. Одного 103, у другого 103. Он упадет вроде, не? Не. 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 Что там у Кэрри? No Kerryman here, so we should wait anyway. He's got disconnect. В любом случае он умер. Ладно, я молчу. Что там у него, никто не знает. А я думаю, что... Да, предлагается сменить сервер. I'll get some Nesquik, be right back. Блять, ну... Простите. Просто, наверное, игроки растягивают удовольствие от финала, да. Ну вот, да, нет защиты от ДОСа, кажется, здесь. Слушай, защита от ДОСа, ну да. Но вот когда, например, все уже привыкли, да, там, ну вот к тем серверам в Left 4 Dead 2 в том виде, в котором они есть, и когда вот ты уже разницу чувствуешь, когда, например, заходишь на какой-нибудь компетитив сервер в Left 4 Dead 1, когда нет никаких подобий там аддон десаблеров, когда тебя заставляют делать скрины перед игрой, там, как, не знаю... Да, всей команды буквально. Да, как было много лет назад, соответственно. Когда нет не то, что какой-нибудь там хороший антидот защиты, когда нет ее вообще, абсолютно, и кто-нибудь может просто со своего компа задосить. Прожать-то. Да, то есть без каких-либо там сервисов и так далее, просто прожать со своего компа. Ты как бы начинаешь понимать, что в Left 4 Dead 2 не такие уж и плохие сервера. Со всеми там недочетами, но... На уровень выше, твои чем... Твои родные такие, Left 4 Dead 1, да. Предлагают отжать паузу на минутку, не знаю зачем, чтобы ХП покапало, наверное. У кого? А, ну да, логично. Большой пинг, надкрафт большой, да. Да, у меня пинг соточка. У меня 125. 85. Ну да, да, да. Что-то неприятно. А почему бы не пойти на нормальный сервер? А, рестарт мэп 3. Ладно. Это у момента, в принципе, с таким же раскладом. Это было бы честно. Да. На да. Другую русню, на какой-нибудь DS. Лол.
Боже, какая долгая игра. Я еще не кушал. Иди, боже мой. Ты не подготовился к стриму, ты как не прошел. Конечно, я играл. А, ну да, да. Ну, кто тебя заставлял? Ну, даже не знаю, вот. Ну, ладно. Фитц, ты не можешь заменить его? Как бы тебе сказать, я уже выпил много рома и... Ой, все, Фитц, засал. И мне бы не хотелось. Фитц засал, все, 42 человека, которые смотрят сейчас стрим, передаю вам то, что... Понятно. Фитц. Ясно. Понятно, бывает. Эй. Хэру. Эй, Миро. Хэри. Хэру. Хэру. Is that heroin? Oh my god. No. I'm so good at trolling. Хда-хда. Well, Carryman is back. Finally. Но пинг все равно не падает. Может быть, это фразнейшн? Ну нет, он ДС обещал положить. Ну, я думаю, ДС, как и его сила. Ну, он много чего обещает, как и сайт, например, сделать для Лана, да. Я думаю, ДС не скоро лягут по такому темпе. Oh my god, let's just play this game, please. Yes. Please, I'm so tired. Oh, I'm locked in a room. Пинг был 126, теперь 124. Ну все, видимо, админ решил проблему. Сразу видно толковый админ. Тебе мало, что ли, я не понял? У тебя на целых 3 единицы упал пинг, ты вообще что ты? Ладно, я молчу, это я чё-то... Всё тебе мало, понятно, женщина. То на того нагнал, это на того нагнал. Окей, okay, don't attack, 1 minute, please. И сейчас сразу затащит, короче. Минусы такие. Не-не-не, Сурва просто в это время включит ивент и убегут. Well, pink is kinda bad. Oh my fucking god. Да, пинг все равно 125. Они не могут двигаться, в смысле? Ну, типа, они хотят заценить пинг. Они не двигаются. Нетка. Пинг еще больше стал. That's bad. Oh, you fly вообще очень сильно подскочил. 106 лол, 167. Not so problem. Ничего себе. Much do you have? Well, at least they have now equal pings. Everybody have high. But Tag Life has the same ping as he has. What? Oh, who is dosing? Let me guess now. Yeah, we find out. That's Ben. Death win easy. I think Fly noticed it. О, не мы одни так думаем. Protection. He got condom on his internet, so he can't be dosed. Хуе-хуе. Let's plow. Ну слушай, с таким пингом надо не, но вы тоже войдите как бы в положение игроков. Играть с пингом 190 как-то. Все-таки заметьте, та команда прошла с нормальным пингом. Да. Да. Вот. А как только начала идти эта команда, то вот так вот резко подходит. Будет смешно, если DOS прекратится. А чё Left Life молчит? Пусть он решает проблему как-то. Он одна серва всё-таки. Меня ждёт Райден. И на админа наехала.
какая-то агрессивная сегодня. Не, ну просто как бы. Нет, слышь. А, он выясняет. Ну, спасибо. Это дос, спасибо, я уже выяснил. One red. Teams fair. Да, за заразу. Давай, хорошо, спасибо, Сережня. Лол. Это плюв. Не, ну на самом деле странно, что прям ребят, в принципе, есть шанс отыграться и. Пошлите вот на СПБ серф. Ну там культурная столица, надеюсь, там и контингент будет покультурнее, не будет никто досить. Пойдем на петербургский сервер, конечно. Блять, заебали. Блин, на самом деле надо было на ТС играть. Сколько раз уже досили, и неужели нельзя сделать какие-то выводы про фрики? Что-то флайт он преуменьшил, пинг. Ну, флайт... What does the server rules say? About... He's saying, let's go to the other server located in St. Petersburg. I mean, what happens, like, if it's... Like they have already played their side. Well, chapter. I think we can set points and they will can just die. You know why are they doing that then? They want to restore the situation, like you know. Absolutely. Points, yeah, points for the team non-stop and the same position to. Ну, вот снова Top Life нормальный пинг, в отличие от всех остальных. У него защита. Защищен. Ну, на голову бандитов. Он бандит, понимаешь? Бандит. Понятно, кто додосит. Все ясно. Ну, не надо таких громких заявлений. Да ладно. Вот у лобби. Молодец, решил ситуацию. А почему бы им не выставить действительно счет, как сейчас, на этом начале третьей карты, просто нон-стоп не будут ничего делать, их распишут, как бы, и все, как бы. Ну, слушай, почему-то мне кажется, нон-стопы... Переиграйте за обе стороны. Так вправил. Серьезно? Почему? Почему? Действительно. Боже, Left 4 Life, пожалуйста. Может, значит, когда админы школьники не тот чат. Мне кажется, пока пройдет эта игра, я успею допить свою бутылку рома уже. Уже протрезветь ты успеешь. Это я успею ее и допить, и протрезветь. Слушай, мне кажется, ребята сейчас психанут и просто пойдут с таким пингом, потому что. Играть на пап просто. Я вспомнил КПС Вестплея 2010 года, когда у нас ребята просто ушли за пивом. Естественно, нам дали ТП. Неприятная ситуация. Да, очень неприятная и, блядь, долгая, пожалуйста.
Ну понятно. Костя, ты же мудак, я ничего не понял. Ну, он написал, что Керриман мудак, и что... А, так он Керри, я понял, понял. Да. После второй мапы. Хах. Ну, гол целую мапу тогда. We have all night, окей. Зато доса не имеют. You are losing viewers, а то, что мы нервы, блядь, теряем, никого не ебём. Replay all map. Я понял. Ой. Плюс, 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 плюс. Я бы сказала... Лизунчики, всякие... Вот, флай, наконец-то. А. Блин, я не могу писать. Why, Dmitry? My name is good. Why, Dmitry? Оо! Минус 500. Вот за это ой, может, и слушаю, как бы всряк Эриман. Играет на грани фола. Ох, сколько у нас это? Зрителей. Сколько зрителей у нас? 40. Ой, нас все еще смотрят. Муа, просто. Тем интересно, как разрешится эта ситуация, но я, походу... Я уже сам готов ревнуть, ребят, смотрите, да. Я думаю, всем понятно, кто досит, всем понятно, кто кому лижет, и... Вот. Да, у нас вообще объективный и провокационный стрим без купюр, да, поэтому мы говорим то, что есть. Что думаем, да. И то, что думаем. Если кому-то не нравится... Потому что вместо смотрите, того, чтобы решить проблему... Смотрите, как бегиста. И айс, ой. И тебя хуй. Чё-то путаем мы чаты. Упс. Да, я когда говорил, я не на ту кнопку нажал. Да, я хотел написать, но начал говорить. Пусть они переиграют только одну сторону. Неужели это так сложно, господи? Я не думаю, что выставить процент, это очень сложно. Да ничего это не сложно. Это элементарно все выставляется. Элементарно команда спрыгивает в воду или умирает на первой атаке. Команда Сурвов доходит до этого же места. И все начинается. Какой был счет? На тап нажми. Он тупой. 1-4-8-5, минус 2-6-8. Посчитаем, ребята. Давайте поможем Даше посчитать счет. Да-да. Как Хист любил говорить, когда мы за секси играли. Давайте поможем Леону найти рез. А зачем ему в начале карты? Да, и роспись на первой атаке. Все правильно они говорят. Да, их просто распишут в убеге. Да, и да, всё. Да, да. Угу. Они ставят их счет в начале карты вот сейчас. Расписывают. А счет Сурвов должен быть на начало этой карты. Ну да, минус 268. Минус 268. Админ убьет вас. Но ему уже далеко придется ехать. Они дебилы, зачем рестартить главу? Осторожно! Боже. А, видишь, они решили. Короче, поменять меня... сервер. Сейчас поем, я пойду. Такой поем, слышишь? Где? Ну ладно, сейчас сменим сервер, и вот Смит, по-моему, уснул уже где-то там.
Ну, у Смита уже, по-моему, 4 часа или 3. Да, Смит, привет. Ты можешь, короче... Смит, привет. Да, мы последние, по-моему, минут 20 без Смита, да. Просто говорим и говорим. Я с Неймлесс в одной команде. Боже, смотри, я так... Как я хорош. Еще раз делай скриншот. Сначала там, потом там. Делал скрин, сделал скрин. Ладно, нет, там нет. Короче, сейчас я зайду на серф и авкнусь. Вот. Решил, все. Мит, ты, на короче, какой ты серф зайдешь? Ну, сейчас они меняют серф, я зайду на серф, который, собственно, будет. Ну, и все. Убегу ненадолго, покушаю чуть-чуть. Вон, полгона есть. Я снырял лайв для тьмошников. Ой, боже. Мит, ты тут? Нет? Да. Ты можешь поставить таймер, знаешь, чтобы он выключился у тебя часов в 6. Короче, иди спать. Ну просто как он стримит, там от лиц каких-то, да. Там от лица танка, ну, да, или что-то. Да, надо смотреть. Я что-то не подумал. Я вчера лег в 8 утра и не было нормы. Завтра выходной. Тем временем у нас война. Кто кого заплюнет? Я лидирую пока что. Я первый тебя убил, нет, я тебя. А я комбо прописал. Ну что, нас позовут на сервачок? Сервачок, сервер. Да я сам могу приконнектиться. Да, ты там приконнектиться можешь. Меня не зовут, я сам прихожу. А куда приходить-то, а? Куда? Я не знаю. Они пока не на сервере. So, Umiro, where your next frag movie is coming? Umiro, you're coming? Yeah. It's about under development. It's I'm not sure when I'm gonna upload it, but It will be your single movie, or will it be mixtape or something like that? Single well, one? It's footage from like cups, PCVs, mixes too. Mm-hmm. But only your footage, right? Yeah, of course. I wanted to ask about last movie. Maybe our viewers have watched it and. It's really good, man. Take a thumbs up, but somehow it got so much dislikes. Actually, it's not his last movie. Well, I mean, one of the last movies. Yeah, and you had a lot of dislikes. It seemed like somebody was. Like spamming dislikes or something like that. I don't know what was, or what do you think? What could be the reason your movie had so much dislikes? Because he was really good, as other ones. Well, the guy who did that was I see it from the YouTube statistics that it's a Russian guy, and some Russian said in the comments like, why would somebody like a video that where somebody's like clearly hacking. So I don't know, maybe it's like just pure jealousy of if somebody does something you can't do and yeah, you can't explain it. It's just doesn't accept that. Грис, слотик, дай, пожалуйста. It's very sad when people do the stuff like this, but haters gonna hate. Сколько еще слотов надо? Еще два? Нет, ты че? Смотри, сколько ты есть, Смит я есть. Я на серве, Смит на серве, а Катя на серве. Маркиза, да, соответственно, кто? Я, Миро... И все. А, ну да, наверное. Го, заходи. Я дружусь. Молодец. Мира, you can join now, I guess. Угу.
Вот, сложно ставить, ой, заморачиваться, ой. Заморачивались, ох, как заморачивались-то с ведьмой и с танком, ой. Всё, ок. Ок. Копирует. Пруф. И доставил пруфы. Счёт по нулям. Перезапустить. Да, я надеюсь, что про демки не заводят, ребята. Перебежать переигровок. Такие деньги уже отослали. Опа, переигровка, и деньги назад отсылают. А куда Снит ушел? Ну, наверное. А, ему кастер дали, он перезаходит. А со счетом чё? Ну, кто записал счет? Я надеюсь. Я надеюсь, игроки это сделают, но... Слушай... Я думаю, игроки, да, должны были это сделать, потому что столько обсуждали, и было бы странно, если бы они этого не сделали. По-моему, не так. Нет, не так. Две пиццы. Why Yota is using his nickname like Dimitri? He turned it into Russian. It's what into Russian? Dimitri. Китай into Russian. Кто вы? Напиши мне, я не понял. Я тупой. Да, они должны им дать свободно пройти. А сами расписаться. А сами расписаться, да. Должны дать им пройти до ивента. Царапов два раза. Да все ок, по-моему, с ведьмой. Наконец-то. Так что, ведьма-то... Так, а ведьма где была? Она что, на танке, что ли, лестница? Если там будет 79, а ведьма 78. 42 ведьма, не? А она была за форсом или как? Танк 30, веча 78. Что так, это не... за... Так ты... Чё? Опять я тупой. Только пофорсил этот процесс, недействительны стали, наверное, я так понял. Ну, может, плагин не отображает этого форса? Так, мне нужна еще закуска. Я алкаш, школьник. Можно пообсуждать. Алло. Интересно, вот чарджера, да, не будет, а дамажить они вот ну вот заразу будут так же, как там пару пистолетных выстрелов, да? Оттуда. Нагор полис. Пишет. Чё он пишет? Нагор полис. Ой, Смит уже сонный такой. Да там его тебя тут молотает. Лол. Вот хитрый, а. Тралит какой, а? Траль. Улетел там в воду. Sorry guys, I don't speak Russian. Why your name is Dmitry, if you don't speak Russian? Oh my god. Dmitry who can't speak Russian.
What the hell is that? Там было 6-3. Yeah. He has bad English too. What the language can he speak? No Mexican, please. Okay, he can speak Mexican too. How can you skid hunters and don't speak? Or Russian, or Mexican. Так, пока там машина идет, комментировать нечего, отойду я. Ну, сейчас, соответственно, должны восстановить позиции, которые были до ДОСа. Сейчас друг друга из травматов расстреливать будут. Перезаряжаю. Может, хватит? А черт, не зашла шутка в общий чат. Сестренка, тебе стоит поучиться стрелять. Ты меня нереально бесишь. Прекрати немедленно. Или зарезаю. Перезаряжаю, yeah. Is it need ammo? It's like reloading. Ah, okay. Здесь есть оружие. Перезаряжаю. Кстати, Smoker Charger, по-моему, достаточно неплохая связка здесь. Я не знаю зачем. Нам стоп хотели от него избавиться, но. Я перезаряжаюсь. Ладно, максимальная приближенность к той игре. Но два поинта не хватает. Два поинта не хватает. Да, давайте заново еще как-то. Третий раз дает охотника. А жесть. А кто у них был? Жокей? Да.
здесь, охотник? Охотник! 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 Is this, by the way, the last map? No. It's the third, and there is four maps. Okay. Он снова дает Хантеру. Боже, что происходит? Почему еще не отыгралась эта карта? Долгая история. Они пытались слить Ханта, чтобы получить Джек, и им каждый раз давали Та. В итоге команда нон-стоп провели совещание, консилиум, и решили, что они смогут взять на себя риск от отыгрыша. С Хантом третьего в Тажаке. Рисковые ребята. Тем временем игроки обмениваются шутками.
Смит, живи. Was that who? Fitz? It was me. It was Smith. It was Smith. Yeah. It's almost 5 a.m. in his city. Yes, today. Вторую-то не сегодня будут? Я надеюсь, что не сегодня. И я. Даже если сегодня, они идут нахуй в любом случае. Я думаю, Грис сделает Steam стрим. По пивасу это. Я все позову в своих странах. Соклановцев. 5-го года. Грис, тебе 13 лет тогда было, что пиво пил? Да. Нет, я не пил, но они ушли, я один остался на сервере. Ну, из команды. Лол. Сколько мы начали? В 11? Я не помню уже, но около того. Час 40 назад. Что там с Нелли? Уже не выдерживает просто. Где там Нелли? Нелли. Нелли. Мы стримить уже охуели. Нелли, пожалуйста, вернись. Нелли, живи. Он там в сети, он. Нелли просто устал. Пускай отдохнет парень. Сказал, пойду подремлю. Я говорю, пойду подремлю полчасика. Все нормально. Я пойду посплю. Сейчас. Уже сколько солнца встает, уже петухи сейчас у меня закукарекают. Петухи, да тут петухи кукарекают. Ой. Уже полтора часа. Тега F5, окей. О, Нелли возвращается. Да ты ж? Написал ему: Нелли, живи. Это. Наконец-то мы можем начать. Я готов комментировать буду. Да, и...
собственно, как будто бы вот не было этой проволочки, да? Да. Мы вернулись в то же место, где мы были, только с хорошими пингами. Если вы, например, сатаник, смотрели эту игру и бухали, и провалились в пьяный угар на полчаса, и проснулись, то ничего как бы не изменилось. Можно эти полчаса просто вырезать из жизни всех зрителей. Да. Временем запускают ивент. Но они спешат идти назад, потому что... Знаешь, потому что у нас тут есть громила. Есть. Да, есть громила. Соответственно, тут есть выбор, как бы... Вот есть как, два стула. Как два стула, да, только... Ну, слушай, три ханта Чарджеру будет очень сложно. Лол, это минус. Я в этот момент от лица Кагамана смотрел как раз. Ай, ну надо же по углам было стоять, ну что такое. Как-то глупо улетели, я не ждал такого поворота событий, если честно. Нет, ну из угла тебя выбить гораздо сложнее, чем не из угла. Спасибо. Как... Ну да, логично. Казалось бы, ни Хантера, ничего не было. И... Да, ни Жаке, ни Курильщика просто взял. Ой, ни Хантера, ни Курильщика, ни Жаке, да. Сейчас будет очень тяжело команде Nameless. Успевает сострелить. Однако очень много дамага получает Нелли. Керриман на дне морском лежит. На квадкапе очень сложно идти втроем, гораздо сложнее, чем на промоде, потому что каждую атаку гораздо сложнее, хватало. Чем вчетвером, да. Но да, однако, легче, чем вдвоем. Так что не все потеряем. Очень увлекательно, попробуйте как-нибудь. На КВ, летовым фондом. Есть роспись тем временем. Пишут мне, что Векс отомстил Керриману и минуснул его. Так же, как Керриман минуснул, собственно, Векса. Mm-hmm. Ну, справедливости ради, я скажу, что на Векса была именно разыгровочка. Да, там был просто... смокер, там был чарджер, а тут просто неправильное позиционирование на карте, к сожалению. Мы всего одного зрителя потеряли за все это время. Сейчас будет просто массовый геноцид нон-стоп. Rap and we fight. Игра. Кто же самый сильный? Вот, Фекса уже сердечный приступ хватило. Дмитрий умер последним. А как это не заканчивается? Админ просто, наверное, как знаешь, вот как в тетради смерти просто вписал вот четыре имени. Выйти забыли. Давайте перезапустим карту. Нет, вы что, серьезно? Да давайте. Оживи кого-нибудь. Он не умеет. Ничего не умеет, походу. Ну, мне так кажется, да. Запилил сервы, а как там управлять? А, меня несли? Интересный матч so far. Да, собственно, так и проходят финалы. На мувик, вот это был минус. Ну что там, change map, да? Да, давай прописывайте информацию. Угу. Прописывать. Change map? Так. Гуглит команды там. Пишешь сейчас в гугле там. Admin commands for Left 4 Dead 2. Испаун дефибриллятор. Это что за уёбки? Да просто бота добавить? Нет, сложно, Крис. Нужно там вообще переделать все кардинально. Там всю концепцию сервера придется менять. Игру поменяем. Давайте поменяем игру. Ну что, у нас все еще 40 зрителей, это будет чудесно, если это так.
КВ. W. Прикинь, сейчас счет обнулится. Смешно будет, хах. А если поменять карту, то да, счет обновить. Блять, ясно. Понятно. Бывает. Я замешательство. Ну тогда просто они поставят сейчас еще вот это 1500 на 2300 и все. Ниха, я играю. Я играю с Тхуглайсом. Ой, какая. Какая песенка царская, божечка. Я даже глаза открыл. Это окей. Просто жизнь с чистого листа. Нет, это лучшая песня. Неужели Дарут Сандсторм? Тут. Let's play. Это из хим какая-то. Из химок? Хим. Два, три, пять, Heartache. Ой, я вспомнил. Last map. Yes. Ой, эту карту я помню хорошо. Вот это я бы предложил бы командам просто не зацикливаться на прошлом, жить как бы настоящим и... Смотреть в будущее, но не все могут смотреть в будущее. И просто, да, прописать радио, поиграть. Напомню. Вообще, ребят, знаете, я думаю, стоит капитану зайти на этой мапке. Короче, я включил от первого лица Рошели, пойду в туалет, отойду. Мне похуй, что здесь будет происходить. Все, пока, сейчас я... Удачи. Ой, еще же эта карта славится тем, что музыка играет раньше. У нас точно есть все шансы. Надеюсь, она не сдохнет. Но... На самом деле мы вот... Смотрели эту карту, пытались понять закономерность, и, по-моему, Металлика все равно там респ фиксировано. Однако, да, однако это может сбить с толку. Когда я с этого написал, что есть танк, а тебе что нету. Да? Я вспомнил, когда мы играли, я тебе написал, что танк появился, а с этого написал, что не появился. Разделил так это, разделяй властвую, да? Многоходовочку такой провернул. Да, когда все спрашивали, есть танк или нет, тоже написал. Тем временем идут пока что первый рак слита, танк у нас. Танк у нас половинный, довольно поздний такой танк. Не, ну танк там фиксированный, ты чё? Да? Ну, ты не помнишь, что ли, для чего мы это смотрели? Там танк, был, там танк должен быть фиксированный, в самом конце, на последнем этаже. Ну, как на предпоследнем этаже. Но мы играли, у нас не был фиксированный танк, просто ярче. Я надеюсь, это пофиксено. Ну, это странно вообще. Мы с тобой играли, лол. Еще нет, удивился. На первой игре он пофиксен не был. А потом он, по-моему, были уже... как это называется-то? Стандартный танк пал. Ну, не знаю, но пока что практически ничего. ХП нон-стоп. Сковородка. Есть на курильщик вытягивает Хуглайфа, да. Неплохой дамаг от Хуглайфа. Да. Минус половина ХП. Жизнь бандита. Вот играет музыка танка. Однако танк еще не появился, такая обманка. Да. То, о чем мы говорили, кстати. Но они, видимо, либо знают об этом, либо у них нет музыки. Либо они об этом не знают. Да, это логично, это логично. Тоже сейчас Жакей неплохо вроде поводил. Так. Такой элемент, да. Вот, теперь вот, тут есть колокольчик, и он делает как бы понятным, то появился ли танк. Парь становится танком. Решает он не рисковать, не спрыгивать в окно на этаж ниже, а просто спокойно, уверенно заходить. Есть суппорт уже готовый, пока что сливаться он не торопится. Думаю, с таким раскладом и будут заходить.
Nameless. Вот такую вот комнату выбирают. И нет, не попадает сет. Не дотягивает. Сжимает одного. Подождать. Поспешил суппорт, по-моему. Очень поспешил, мне кажется. И попал камнем. Попал, накруточка, да, хорошая была. Остается у него 1000 хп. Можно попробовать зайти под саппорт, уже атакующий, бросить один камушек там или ударить разок. Да, уже танк будет суппортом к суппорту скорее. И пытается закручивать камень, но не получается. Удар тоже достигает цели и в полтора инкап. Это, ну как? По итогам танка? Что там танк был, что там? Танк вот на инкап раздал, суппорт не сыграл. Да? Прикольно. Да, вроде по хп. Будут пытаться минус делать, наверное. Да. Ну тут надо пытаться, да. Это лучше, чем не пытаться. Есть, есть, есть выкур и ой, какой косяк. Очень обидно. Да, жалко. Кто тут гамил? I was close. Very close. Тот же, где он был? По-моему, Нейли был чарджером. Нейли был чарджером, да. Но я не знаю, я бы начал убивать просто в другой окно, на самом деле. Причем, смотри, бонус... Один, по сути, бонус, да? А поинтов много. Да, да, а бонус большой, поэтому надо его сбивать, конечно. Пробовать разыграть еще минус, есть окна. Есть много мобов. Респект не Смит, а то что-то со счетом не то, по-моему. О, стана можно попробовать видеть. Нет, рубят чарджера. Да. И тем не менее атака, это... хорошая, да, отличная, да, атака, два инкапа. Ну одного повесили. Ну да, конечно, да, ну... Ну на турничке чувак такой, нормально. Ага. Ну, тем не менее, бонус бит довольно много, больше 200, по-моему. Да. А чё, то есть вот этот этаж он просто... Я думал... О. Смокер. Выкуривает смокер, и Нелли пытается опять... Ой-ой-ой, вот, и вот сейчас шаржер сработал, да. Да, да. Как, я думал, он двух выбьет. И я что-то тоже думала, что он двух выбьет. Ну, вам повезло. Кому? Джози, по-моему. О, Джози ты, за пулемет стал. Т4. Т4, все, 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 все. Минус 1488. И Хан пытается тачить, но его скитят, и он не спасается, в отличие от трех выживших. Получил такой скит в лицо, да. Опять векса минус с нуля. Ну, тем не менее, хорошие поинты, почти 1000 за карту. Соответственно, в итоге команда Non-Stop набирает чуть больше 3000 очков за компанию. За 4 карты. Не так уж плохо. Да? 4 кастомных карты, тем более. И роспись двоих тем временем. Дамага тоже совсем чуть-чуть. Вот сейчас запускают несчастную.
Дверь открывается. Несчастная дверь. Сколько мы бегали по этим лестницам, и танки у нас постоянно терялись в этих лестницах постоянно. Да. С пятой было бы очень жестко. Прикладом отрезал язык. Скорее, наверное, углом стены. Углом стены, да. Когда у тебя нет режущей мельки, да, можно резать язык, пытаться объектами, позиционируя себя на карте соответственно. Да. Соответствующе. И вот сейчас есть один хантер, но... Прыгает, прыгает за ними, преследует по пятам такой, как фанбой какой-то, бежит за ними. Наверное, кнопка Е у парня сломалась на клавиатуре, не может перерезнуться, бежит за ними. Да, такое бывает на самом деле. Разводят, разводят на выстрелы. Ребята ждут атаку, да. Танк, и слева та атака. Фантом быстро постреливают. Ой, хотя пробивают. Ну, тут ничего серьезного, как бы. Тут непонятно, сейчас произошло. Вроде чарджер пробил, но тут же застрелил. Это был застрелен. Ну, спиты-то нет, а что? А в чем упало проблема? С трех дробей-то застрелил чарджер. А, туда и надо. Ну да, без... со спиттером было бы играть гораздо сложнее. Прыгает вниз. Так и надо, да? Нет, на самом деле туда не надо. Черри упал. А там были полосочки нарисованы такие. Оранжевые. Здесь у них поинты не прибавляются. Не-не-не-не. Вот здесь они принимали чарджер, по-моему. Да, тут все в кровище. Там просто есть такая яма, которую нужно обойти. А да, я в неё банк постоянно. Там, чарджер бьёт стену. Там стрелочки на тех ямах, которые надо прыгать. Ой, скит от сета. Пытается скорить низ, но успевает в последний момент застрелить. На скольки там танк? Кроме времени они ничего не потеряли, по-моему, из-за этого спуска. Да, да. На скольки процентов танк там? Танк, он когда заходишь на, вот, на следующий этаж. Вот уже появилась музыка. И, по-моему, танк должен резаться по времени, там, по определенному. Почему? Ребята... У меня нет музыки. А, есть. Ребята решают все-таки пройти вперед, получается. Есть танк? Становится у нас танком Тхугла. И нет, все-таки домашняя разыгровочка идет, возвращаются назад. Сейчас будет короткий срез карты. Вот. И путем попадания в нужные дыры можно выйти очень быстро к убежищу. Да. Надеюсь, у танка тоже была разыгровочка. Танк должен знать именно в какие двери прыгать. В какие двери заходить и в какие дырки прыгать. Вот танк заблудился. Иначе это будет очень долго, да, для танка. И может закончиться именно вот ботом. Да. Второй контроль тем временем. Танк должен, вроде пока должен идет. Посмотреть, где танк находится. Нет, тут нельзя пролезть. Не-не-не-не-не-не-не. Танк все, он заблудился и будет бот. Да, танк будет ботом. Под бота оттачить нельзя. Вексу не нравится такое поворот событий. Кстати, танк сейчас будет стоять очень наверняка. Танк застрял, танка надо убивать консолькой. Опять, вот как и на ПКВ, танк застрял. Я думаю, бота танка можно убить через консоль. Не слушается танк. Он как этот Сизиф, который камень постоянно закатывает на голову, скатывается обратно. Танк так же.
Эх. Боты бывают разные. Некоторые боты раздают на миксах ринкапа. А некоторые боты вот так ползают. Админ сидит, хоть бы что-то сказал по этому поводу, я не знаю. С чего? А что, зачем убивать танка? Ладно, ничего не буду писать, хотел там наехать немножко, но не буду. И сейчас можно шикарно на самом деле камбэкнуться. Ну да. Так, стоп. Стоп. Хотят заспавнить танка. Да погоди ты, не спеши. Куда ты лезешь? Мне кажется, с Бнимым он бы так сейчас и сидел, еще 24 часа смотрели бы, как танк это. Он как танк, наверное, да? Да, смотрели бы, как лазит танк, смотрели бы, как нон-стоп проводит атаки. Спустя два дня он бы такой... Ну, я, может, убью его. Ну, танк сдох, умер, погиб, ретировался, убежал, ушел в закат. And he died. Так, ну-ка, как же спавнить танков? Скачать бесплатно, без смс. И регистрации. Ну тогда будет... А, we don't attack. Окей. Good hunter. Мне кажется, дразнили произошел только что. What happened to the tank? The tank, you know, it went AI. The it map, went to AE. The map is difficult and to go fast to this position, you know, to you know the exact direction without missing, you know, just try if you will go wrong way, you won't have time to reach this, you know, you should 100% be sure where you're going. And the tank didn't, and he lost control, and as the map is hard and have a lot of ways, the AI just bagged and went in circles on the infected ladder. I mean, why do you even put maps like this that are like competitively very bad? Yeah, it's very strange, and you know, the map... it's in the rules that custom is played on custom maps, and one team picks one map and one another, but the case is, yeah, custom maps are not good for competitive, but we have what we have. И чё, всё ещё нет танка? Он же там прописал ему что-то, что танк заспаунится там в каком-то месте. Главное, чтобы он не заспаунился вот перед лицами у них, потому что... Ну тогда я думаю, он сообразит это. Ну тогда мы еще одну переговку сейчас будем. Точно. Нет, на самом деле, ну, тактический маневр, как бы, он имел место быть, и... Соответственно, это неплохой шанс вырваться вперед. Ну, не то что вперед, тут уже по поинту вперед, мне кажется, не особо вырвешься, но можно сравнять счет. И у флайер распрыг на 228 поинтов. И чуть-чуть можно, да, все-таки. Да не чуть-чуть, а можно косарик это отжать. Каким образом? 800. Разве не 800 дистанция? Бонус. Смотри, какой сейчас. Ну, косарь 400. Ну вот, доносит бонус изи. Ну да, да. Косарь можно отжать. Можно отжать немножко дистанции, за, если они дойдут вчетвером. Ну, вырваться вперед ты можешь, ну, очей на 350. А, ты про это? Да, да, да. Не нравится мне админ, не может ничего решить. Не сильный.
Ну, слушай, ты вспомни, истории. Вспомни истории, которые происходили на прошлом фрике капе. Я не знаю, что там происходило. Видимо, хорошо, что я не кастил там ничего. Ну, тебе же лучше, да. Мне нужно технику призыва сделать. Ой, флайпал. Я с большой буквы написал. В школе так учили. Дай мне админку. Сейчас Кирюман разбегаться. Мы все устали, поверьте. Сколько нас народу смотрит? 39. Лол, нас еще смотрит. Ну, мне кажется, статус матча все-таки поддерживает интерес к стриму. Ну или как бы наши, не знаю, дебильные шутки. Да, или мои 39 браузеров открытые сейчас. Я думаю, все-таки это наше живое общение, потому что... Да, у Свита 5 утра, мне кажется, у него общение уже нет. Скорее мертвое, чем живое. Дай админку. Плес. И просто... Боже мой, плиз, ПЛЗ, пожалуйста. За каждый такой толчок, я думаю, можно по минус сотке давать, считать это дразнением со стороны Хантера. Во-первых, 200 вообще-то, а во-вторых, да, понимаешь, бегает такой чувак в капюшоне, толкает тебя. Вот если к тебе на улице побежит какой-то чувак в балахоне, толкает тебя. Да, на 25 прыгнет. Если бы сломает руки, ноги там. Точно. Нет, на прогиб выстрелит. Точно, но шарик бы не хлопил в закат, я считаю, как в своем мувике. Да. Который в реал лайфе он снял. Такие бани-хопперы стали в лифаде, то 304, 256. 100 тик. Тик-то. Не, ну на самом деле большой бани-хоп не сделаешь на 100 тике. Там в 304 прыжка вполне реально, на самом деле. Но... Дал. Дал? Пробуй. И сейчас я бы на месте сурмана всех хикнул. Спасибо. Half-Life has been. Бля, вас зря он написал. Ладно. Ну, конечно, у него второй контроль, а он хотел хороший скид, и просто... Есть камень, но... Нет, всё-таки от камня не нагонит, он не догонит. Да, как ему легко, просто... Изи! Не, фит, вот это вот надо было ждать.